Ну что, внимание, рад возвращению? Конечно, конечно, рад вернуться в Воронеж и быть здесь с ребятами в клубе. Следил за выступлениями команды летом? Ну да, конечно, смотреть за результатом, что и как делали. Был счастлив, когда видел, что они уже начали хорошо сезон. Ну, понятно, что нет как прошлый, намного лучше, так что вот в этом году, конечно, следил. В какой ты форме? Тренировался летом индивидуально? Ну, более-менее нормально, но надо еще время, чтобы подготовиться, чтобы физически бил на 100%. Нужно время, как всегда. Что делает атмосферу факеля домашней? Что делает факела? Еще что раз. Делает атмосферу у нас домашней? Почему тебе здесь в кайф? Все как в футболе и должно быть, так и здесь. Да? Есть разные клубы, где так что-то не хватает. Да? А здесь все вообще, и организация, и болельщики, все как футбольная атмосфера просто на стадионе. Почувствовал, что болельщики соскучились по тебе? Ну, конечно, да, почувствовал. Там кричали там на трибунах вчера, приветствовал, и так что вот чувствовал себя комфортно, счастливо было, что они вспомнили меня.